Крыму на трассе Таврида загорелся БТР. Произошло это возле села Ароматное в Белогорском районе. Происшествие сняли на видео очевидцы и выложили в соцсети. На кадрах видны черные клубы дыма от боевой машины и языки пламени. В момент происшествия на дороге уже образовалась пробка. В стороне стоят военные, экипаж БТР. Пострадавших и погибших не сообщается. БТР. А, БТР загорелся. Нацепление стоит. БТР. Так. Офигеть. Вот такие дела происходят на Тавриде, друзья.